говорит, папа есть. Все вопросы викторины адресованы, конечно же, папам. И это понятно. В парке Толстого прошел общеобластной фестиваль, посвященный празднику, Дню Отца. Задумка организаторов – создать площадку, где дети и их родители смогли бы провести время вместе и поучаствовать в разных активностях. И им это удалось. Сегодня мы представляем такую возможность для всех пап посадить дерево, построить дом, проявить свою финансовую грамотность, показать свою физическую активность, ну и, конечно, все это вместе со своей семьей. В этом году организаторы подготовили массу интерактивных зон. Родители вместе с детьми рисовали на асфальте, участвовали в спортивных и настольных играх, проходили квесты, а на специальном мастер-классе дети изготовили своими руками подарок для папы. Атмосфера очень хорошая. Да, спасибо, что все это делаете. Мой папа добрый, заботливый, рукастый. Я наконец-то стала ближе с папой. Более 60 семей приняли участие в областном фестивале. Насыщенная программа не оставила равнодушными ни детей, ни взрослых. Гуляния для всей семьи продолжались до самого вечера. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.